вон с турнира. Ну, в плане игрового, в игровом плане. Ну что, попытка, в общем, напасть, неплохо. Они даже палку не могут убить. Видишь, палка стоит, то ее убьют. Ой, Хекс какой классный, и это минус Свен. Очень, да. Все, бежать. Вот смотри, в этот момент можно, конечно, похайпить, да, они там борются, да, они воюют. Подожди, можно... здесь пробуют вблизи пробить. Бежать, убегать вообще в разные стороны, назад. То есть Undying назад, Ember Spirit назад, и Brewmaster назад. Если они сейчас будут драться, они сейчас все умрут. То есть они могут попытаться снова убить Дума. В принципе, это неплохая идея. Да, давайте пофокусим Дума, его поставит УД, его поставит Oracle. Но нет, черт возьми. Вот первая моя мысль, как комментатор. Зомби, и дальше пойдут убивать, видимо, следующую цель, да, Нави. Это нет, бежать, все, минус Свен, все, у нас шансов ноль на победу. То есть они что-то пытаются харасить, в принципе, пытаются пробить УД, но весь магический урон Эмбер Спирита нивелируется Орклом, соответственно, вот он бегает, вот Эмбер Спирит, он что-то пытается тужиться, а толку? Никого нельзя убить, нет Свена. Но байбек, а вот через байбека можно попробовать ультануть. И снова Хекс очень по таймингу от УД, и... Да. Может быть, получится наконец-то забрать его. Это здесь тим-тим. И Оракла, скорее всего, там за фокус. А также нападение на Кристаллайза. Тот практически без хп остается. Параллельно на Envy висит Doom. Мэджикл пробивает здесь, но это всего лишь X-майк. Не самая важная цель. Да, он его взорвет. У Envy сейчас Doom закончится, и он может вернуться в драку. До сих пор Na'Vi никого не потеряли. И потерять могут вот только сейчас. Без всего, там Джиггернаут, по-моему, все еще имеет ультимейт, ему было бы здорово вернуться и помочь, но Джиггернаут, видимо, решил, что этого не стоит делать. И красавчик Эмбер. Эмбер, ой, да ладно, серьезно, их четверо. Вдвоем, вдвоем пойдут драться. Осторожно, аккуратно. Очень рискует. Ну это Envy. Envy остался. Каждый умер Doom, минус две стороны, ничего нового. Здесь нападает на вот ОД, ОД успевает форстафом, и БКБ включает. Но урон-то физикой наносит Envy и будет убивать, судя по всему, Magical. Да, тут без байбека. Просто очень легкий соло-фраг. И дальше будут убивать еще и Оракла. Вот оно, БКБ от Doom. 3 в 5 драться. Но это, по-моему, уже какой-то врыв отчаяния. От Джиггернаута. Кристаллайз остался один, сражается против всех. Даже оставшиеся тиммейты его бросили. Doom. Да, он сам не прочь. Зато Doom не умер. Doom. Ну и Джиггернаут выжил и сдается. Doom учится на своих ошибках, то есть он дважды погиб, отдал две стороны. Но... На тим-тим. Я думаю, в первой карте была аналогичная примерно ситуация. В подобные моменты здесь корабль полетел. Корабль хороший, корабль задевает Ликана. И вот, пожалуйста, Ликан, который не сделал ничего абсолютно в драке. Дальше можно цеплять X-майка. А что он здесь один способен сотворить? Да ничего, погибнет точно так же. Тут это тамбы доберутся. Хороший какой врыв от шейкера, потрясающий хаслэм. Минус 3 в одну секунду. И Ликан как же много урона получил, пытается просто уйти. Вгрызается Ворокла. Может быть, его получится сгрызть, и скорее всего так и будет. Параллельно там нападает на Мэджикала, и Гуннер не хочет его отпускать. Здесь еще и Эрспирит приходит, жертвует собой непонятно ради чего, потому что и Кунку не спас, и погиб сам, и Кристаллайз тоже, посмотри, очередной дизейбл ловит, врывается шейкер сверху и убивает третьего героя. Тим-тимы не потеряли до сих пор никого, четвертого также отправят отдыхать. Фанта пытается Envy просто пробить бараки, параллельно уничтожает Оракла Брюмастер. Очень много урона по X-майку, X-майк минус, вторая тамба стоит, Бракс тоже погибает, минус 2 в размен на одного, и байбек потратили Na'Vi. И на этом все. Что-нибудь сделали тим-тим вообще, кроме этого убийства? Шейкер, да, по-моему, ультанул в... Doom есть, да ладно, есть Doom на Гуннера, и параллельно погибает Envy. Нет, фистура не спасет его. Нет, уже все. Ну, вообще, он старался, но не пошло. На нижней линии, да ладно. Неужели пострадает сейчас Эмбер? Эмберу очень больно. Эмбер под Думом. Он просто бегает. У него есть байбек. Он идет умирать и выкупаться. Очевидно, делать здесь больше нечего. Ньюшам дает свой прокаст, но как-то не так много урона нанес, как мог бы. Пробивает здесь серьезно Кунку. Кунку убили, кстати, после байбека. Если отобьются сейчас тим-тим, у них будут все шансы для того, чтобы эту карту выиграть. Да ладно, второй Дум в Эмбера. Эмбера можно второй раз попробовать, но он добежит, судя по всему, до фонтана. Не так много Дум урона наносит. И отбиваются тим-тим. Джиггернаут без байбека. Кунка без байбека, да ладно. Неужели они отбились? Они просто отбились даже без Envy. Envy уже на базе развлекается на вражеской. Там же трон ломает практически. Т4 пала. И тим-тим прямо сейчас. Ну, Envy говорит, ну, пацаны, я стащил вам карточку. Не благодарите. Чисто на Ликане пошел, снес трон.